Привет. Продолжим игру. Сразу... О, тут записка. Я ее обновил. Какие-то ошибки должны исчезнуть. Я тут пошел с правой ошибки купил. Вот это вот за 400. Меньше теряя золото. Ладно, пойдемте. В пещеру хочу добавить себе золото. Чтобы уж все купить. И, наверное, с этого золота и начну. Так, набрали 75. Еще одна манипуляция пройдет. И пойдемте еще поищем золото. О, что это? Возвращает повреждение куда-то. Мне еще надо золото добыть. О, бомба. Хорошо. Тут пусто. А вот там золото было. Эй, пустите меня. Могу потом и здоровье себе добавить. Пока ладно. Так, там золото было. Надо его взять. 95. Еще одна манипуляция. Ну, вроде бы добавили монет себе. Сейчас проверим. Да. Потом все купим. Не хочу долго играть в одну игру. Конечно, после смерти много потеряю. Но не страшно, тут довольно много денег. Обновление прошло, но как-то... Ну, только чистая атака, как понимаю, добавляется временно. Все, кончилась карта. Так, ключиков у меня нету. О. В конце ничего не будет. А пройти... бомбы взрывать. Ой, пластинка. Там золото, ну ладно. О, тут секретная дверца. Сундук, почему этот открыт? 5 ключей. Здорово. Когда опасно выглядит этот сундук. О, у меня трава. Или-то я их травлю. Всего много у меня. Ключей. И бомб. А, тут уже выход, да? Да. Там еще был... А, ну двери, да. Открыть. Хочется пробежать через две. Как-то вряд ли успею. Ой, я не то нажал. На Е нажал, бомбу закинул. О. А, если их бить, просто бомба вылетает из них. Все. Или-или, да? Стоим все покупать. Давайте вступим в их программу. Эй, куда убежал? Это, видимо, скидки потом будут или как? Это еда вроде будет. Ну все тогда. Идем. И вниз. Прыгаем. Снова покупки. Ключик, еда. Я здоров. Дополнительные слоты в магазине. А, вот они, эти слоты, да. Я не могу взять две одинаковых, интересно. Нет, не могу. Ладно. А сломать могу? Да, могу сломать, но просто так. Пески. О, большой слизень черный. Готово. Мясо очередное. Я здоров. Всюду масло. Так, идем наверх. Право, там уже вроде опять босс будет. О. Хорошо. Меня травят, да? Или я травлю? Понять не могу. Ключик. Ну, еще что-то. Ну, скорее всего, меня травят. Беру все подряд. Не хочу переводить. И не могу. О. Это типа головоломка, да? Сейчас это я могу... Давайте попробуем выпить. Хотя страшно. Опять заглючит. Да, опять заглючит. Эй-эй. Я думал, они уже исправили эту ошибку. А нет. О. Если я еще одну возьму, использую, то исчезает этот глюк.
Ну ладно тогда. А почему не могу пройти? Странно. Может, там что-то лежит? Может, сломать можно? А, да. Ну, хорошо. Вот, еще одна. Это временно будет? А, минута. Это вы спасение от падения, вроде как я понимаю. Может, нету секретных проходов? Нет. Ну, идем туда. Ну, пойдем умирать. И выйти-то нельзя, да? Да. А можно просто... А, ладно. Ну, просто прыгать на месте. Но я не справлюсь. Отвлекаться на разговоры не буду. Я даже победил. Удивительно. Ой, слизней нету здесь. Замечательно. Да что? Взять. Карта какая-то. Взять. Сейчас могу его спасти. Так, этот вниз надо. Пойдем спасем его сначала. Все. О. Все, да? Ну, пойдемте дальше. То надо будет еще кристаллы себе тоже добавить. Большая крыса. О, я жду. Умру. То меня бьют дважды, получается. Один раз обычный удар меня отталкивает. Потом еще один удар отравы меня тоже отталкивает. И тут можно легко упасть вниз. Что это? Понятно. О, враг. Новый. Ух ты ж. Так он сам умер, да? Ну и хорошо. Я почти погиб здесь. Ключик. Право пойдем. О, NPC какие-то. И бы лечение бы. О, я что-то даже не посмотрел. Что это я делаю? Я даже бить-то не хотел по ней. Я случайно. Все, у меня... Да, конец. Сколько не тес потеряю монет? Ну, этих золота. Ладно, продолжить. 4000, да? Вернуться в хаб. Ну, как 4000, 4000. А, это продавца я, да, освободил. Тогда пойдемте сначала улучшение себе. Будем покупать. Ладно, будем пока самое дешевое брать из списка. А то непонятно, до бесконечности это будет добавляться или нет. Это часа атака дальняя, дальность атаки, это ближняя атака, урон. Так, тут уже больше 1000 все. Там еще у этого что-то было первого. Тут можно смотреть здоровье врагов. Тут... А, я уже не помню. Я вроде как-то переводил, но уже... О, оно еще обновляется. Все продано. Эффективность еды повышена. Еще эффективность еды. И еще 18 тысяч стоит. Так, тогда снова на паузу нажму. Так, а вот тут атака бомбы больше. Давайте тоже до 1000 будем все покупать. Так, все, 1000 тут что? Вот, можно взрывать эти вот синие кристаллы. Блоки. Продано. Еда. Ну это когда будет продавец попадаться, тут можно будет использовать какие-то бесплатные, видимо, вещи. Будут появляться там, наверное. Можем и поменять вещи. Вот интересно, это до бесконечности будет или нет? Даже интересно. Все, не могу купить. Почему? Так, еще паузу нажмем. Нет, почему-то купить не могу. Так, давайте что-нибудь дешевое купим. Вот это вот полторы. А это могу. Скорее всего, мне сейчас отображается неверная цифра, как мне кажется. Мне надо перезаходить в игру или что-то подобное делать, чтобы это восстановилось, отображение. Давайте для пробы прыгнем.
Вот, у меня уже появились эти вот блоки здесь. Да, и энергия ихняя тоже отображается справа снизу. Ключик. О, из нее мыши выпадают. Готово. Ну, ботиночки. Хождение по воздуху. Буду летать. Какое-то новое помещение. Рецептик новенький. Все, да? Тут золото. Все, да? Да. Они взрываются? Я же улучшил. Вдруг сейчас бомбы... Ах, у меня бомбы нет. Да. А, он дает дебаф после открытия. Я же летаю еще, да? Вроде да. Так, а, у меня бомбы появились, можно взорвать препятствия. Ой-ей. Куда это я? Да, могу летать, да? Хорошо. А шипы будут на меня действовать? Мне интересно. Да, будут. Готово. О, какая-то пещерка. Малюсенькая. Ну да, подольше летает. Вниз? Так куда мы вниз? О, какие-то новые комнаты. Персонажи. Ой-ей, опять не то нажимаю. Сейчас ты мне ничего не дашь, да? Нажал путешествие. Непонятно, что там. Видимо, надо же что-то дать, но у меня ничего нет. И все, тут ничего не понятно пока. Кто это такой? Пойдемте в следующую локацию. Интересно, я вроде летаю, а звуки хождения есть по земле. Вниз. Кучу ключей. О, вот продавец. И что у него сейчас есть? Вот уже 5 вещей. И мы что-то вот связано с теми улучшениями. Ключи у меня есть, еда у меня есть. Можем бомбу купить одну. А, скидки, да, на еду. Все, в принципе, мне больше ничего не надо. Можно это купить. Восстановление здоровья. И что, еду взять тоже. Ключей у меня достаточно. Все, пойдемте дальше. А зачем тут? Странно. Выпьем эту штучку. Возьмем эту. О. Ой. Попали. Мышка зависла в стенке. Так, нам наверх. Ой, диски на месте стоят. Ключик. Вот еще один дебаф дали, да, какой-то? Типа каждое открытие что-то дает. Здоровье меньше прибавляется, видимо. О, матрешка. Бом-бом-бом. Видимо, ну да. А, похоже на матрешку было. Мы где-нибудь испытаем. Только надо будет отбежать. Ой. Готово. И вот давайте бомбу кинем сюда. Бежим подальше. Заодно это открыли. Оп. Ладно. Еще одну бомбочку. А может ключик использовать или бомба? Да, ключик можно использовать. А, мне же еще и сратится. Бавда дастся. Ладно. Что за комната? Комната ни о чем, да? Хотя знак просто стоит. Может какая-то... Нет, ничего не вижу. Интересного. Еще один замочек. Еще один дебаф. Уменьшено максимальное здоровье. На сотню. Это паучок. Готово, да? Еще ключик. Надо где-то использовать. Чтобы себя добить до конца. Ну, хоть тут. А, куда идти-то? Некуда идти. Че это? Так,
Тем гостные здоровья с помощью бутылочки. Какие цели появились над ними. Непонятные. А у них скорость увеличена. Бомба. А это вниз, да? О, еще дверца. Так, это можно взорвать тогда и убежать подальше. Берем бомбу, открываем дверцу. Хорошо. Ну да, это просто лечение получается. Давайте еще дебаф возьмем. Что еще добавилось? Меньше золота после смерти. Еще дебаф. Ах, а, двойной. Еще меньше здоровья. Уже сотня осталось. Еще дебаф. Третий. 86 здоровья. Тут же брать-то ничего. Ладно, пойдемте дальше. Сейчас босс будет этот же. Хотя я спас того человека. Сейчас кто там будет? О. И что с ним делать? Интересно. Поговорить. А ударить его нельзя. Зачем ты здесь? О, грибочки новые. Ну, пойдемте вниз тогда. Надо еще дебаф набрать. Опять не то нажал. О. Меньше атаки. Повреждений. Больше атаки. Вот опять эти. Тогда их лучше вообще не трогать, да? О, черви какие-то. 6 здоровья осталось. Он даже эти сломал. Лезвие. О, еще один. Что ты мне дашь плохого? Добавляет максимальное здоровье. А, сейчас, может быть, полечусь немножко у этого. Я не понял, что он делает. О, убрал мне все дебафы. Какие-то, ну, эти максимальное здоровье восстановил. Чем мне не нужны? Тут яма куда-то. Как-то страшно. Мы тут, конечно, спустимся. Потому чтобы не умереть здесь. Не попал. Все же, да? Да. Некуда. Лечения нету. По бомбу и подальше отходим. Ой-ой-ой. Достал меня. Все. И что тут? Грибочек. Артефакт. Последняя дверь. Который надо выжить. Готово. И все, да? Вот там сейчас проход вниз. Здесь будет? А, так вам. К вам и нельзя. На ключа нет. И бить я вас не могу. С таким-то здоровьем. Поэтому пойдемте посмотрим, что в той огромной дырке. Отверстие. Или яме. Поболтаем с тобой. Нечем поболтать. Ну, вперед, вниз. Посмотрим, что там. Если там что-то есть. 36. Ага. Ага. Как-то я неаккуратно себя веду. Все. Конец. А вот мои монеты реальные. 718. Или это все из-за дебафа этого. Ну да, у меня вот 1100 было. Стало 718. Я уже отображался, там неправильная цифра. Ну все, на этом пока закончим. Спасибо за внимание, до свидания.